Здравствуйте, и сегодня я покажу вам, как взломать пипицукер на Android-устройствах с root-правами. Смотрим. Заходим в программку Freedom. Ее можно скачать по ссылке, которую я вам оставлю в описании под видео. Заходим во Freedom, нажимаем пипицукер. Сейчас загрузится. Ну, тут будут разные надписи, но вы не обращайте на них внимания. Это вот так. Чтобы не уснуть, как говорится. Сейчас загрузится. Правда, это, конечно, займет, наверное, секунд, ну, 40-50. Так, ну вот, сейчас будет загружаться сам пипицукер. Смотрим. Так, загружается пипицукер. Извиняюсь. Давай, грузись быстрее. Пипицокер загрузился. Теперь заходим. У нас 5000 монет и 20 алмазов. Заходим, чтобы купить что-нибудь там. Монеты, к примеру. Так, к примеру, 10 тысяч монет. Ой, 10 миллионов монет. Нажимаем. Сейчас загрузится. Идет загрузка, но она вообще недолгая. Вот, теперь нажимаем купить. Загрузка. Так. Платеж выполнен. И вуаля, у нас 9 миллионов монет. Ну, короче, выполнен. Ну и, к примеру, 40 тысяч алмазов. Сходим купить. Купить. Это ж выполнен. Все, 40 тысяч монет. И чтобы проверить, что это настоящие монеты, сейчас я вам покажу, куплю, к примеру, всю Барселону. Так, Пуйоль. Хави. Леста. Маскерано. Неймар. Лео Месси. Марадона. И Рональдино. Все. Вы ими можете играть. Смотрите. Заходим. И спокойно играем. Вот. Все. Спасибо. До свидания. С вами был я, Роман Перепонов. Всем удачи в взломах игр разных. И